В эфире очередной выпуск Flight TV. Программы для людей, влюбленных в небо. Спонсор наших выпусков, компания «Аэроволга», продолжает серийное производство амфибии Ла-8 и разработку двухместного «Борея». В студии, как обычно, Александр Швыдкин. Здравствуйте. Авиашоу в Сургуте. Снег и небо. Аэроклуб «Алпина Авиа» готовится к открытию собственного АУЦ. «Афалина». Народный вертолет готовится к встрече с народом. Новости авиации. В Киеве состоялась торжественная выкатка первого прототипа транспортного самолета Ан-178. По замыслу разработчиков, новый самолет должен прийти на замену устаревшим Ан-12, которые выпускались с 1957 по 1973 год и до сих пор летают в количестве более 150 бортов. Новая машина будет перевозить до 18 тонн груза на расстоянии до 5000 км и работать на тех же аэродромах, что и Ан-12, в том числе на грунтовых. Первый полет Ан-178 запланирован на 7 мая 2020 года. По оценке производителя, рынок сбыта самолета Ан-178 на ближайшие 10 лет может составить более 200 самолетов, а его приблизительная стоимость – порядка 20-25 миллионов долларов. Вертолет американской морской пехоты CH-53 Super Stallion совершил аварийную посадку посреди пляжа Солона-Бич на юге Калифорнии. Супер-жеребец является самым большим вертолетом в армии США, используется для перевозки военнослужащих, боеприпасов и известен своими проблемами, связанными с надежностью. На этот раз в кабине пилотов загорелся индикатор низкого давления масла, и командир принял решение снижаться в ближайшем подходящем месте. Как оказалось, не зря. Вся хвостовая часть оказалась залита маслом. В течение 4 часов его ремонтировали и вытирали, после чего он улетел на базу. О количестве ушедшего в песок и океан масла не сообщается. В США на лужайку у стен Капитолия приземлился одноместный автожир. Его пилотом оказался 61-летний почтальон из Флориды Даг Хьюз. Объяснил задержавшим его полицейским, что собирался доставить всем 535 членам Конгресса письма с целью привлечь внимание к вопросу о реформе финансирования избирательных кампаний. Пилот не связывался с диспетчерами и нарушил запретную зону в центре Вашингтона. Но поскольку в его автожире не было обнаружено ничего предосудительного, после допроса он был отпущен. В данный момент рассматривается вопрос о пунктах обвинения, которые ему будут предъявлены в связи с данным нарушением. В Нью-Йорке стартовал бета-тест сервиса вертолетного такси. Новое приложение под названием Gotham Air работает по аналогии с GetTaxi и Uber. При нажатии кнопки вызова к вам на ближайшую площадку отправляется ближайший свободный вертолет. В тестовом режиме заказ вертолета работает с 8 до 20 часов и доставляет пассажиров из любой точки города только в пассажирские аэропорты имени Кеннеди и Ньюарка. В дальнейшем количество адресов доставки увеличат, и она станет круглосуточной. Стоимость перелета составит $200 с одного пассажира, но не менее $800 за рейс. В случае, если погода будет нелетная, Gotham Air предоставит наземный трансфер на электромобиле Tesla с личным водителем. Авиационный бензин B91 для двигателей Lycoming. Качество, проверенное временем. Эрвин, вместе с вами на одной высоте. В России весна переходит в лето, и с каждыми выходными на аэродромы возвращается все больше авиаторов. Начинается сезон авиаторских праздников и слетов. Одним из первых стало авиашоу на аэродроме Боровая в Сургуте. Наши партнеры с телеканала «Сургутинформ.ТВ» поделились с нами сюжетом об этом празднике. Приезжаем уже как к себе домой. То есть настолько гостеприимные хозяева, которые нас приглашают. Аэродрома, очень дружелюбная атмосфера. Мне кажется, Сургут — это такое место, где все развивается семимильными шагами. Вообще, если делается, делается с большим размахом. Больше всего, мне кажется, это умиротворение, когда ты чувствуешь легкость такую. Но я стремлюсь попасть в УЗДА, в гражданской авиации, получить и стать
летчиком-профессионалом. Вещь, что ее нужно пропустить через себя. Если от нее закрываться, то ты ее никогда не почувствуешь и не поймешь. Все понравилось. Второй раз уже в прошлом году были. В этом году вообще молодцы. Отличная организация, и общепит, и шоу великолепное. Все отлично. Люди. Мы стремимся к тому, чтобы то, что мы запланировали какие-то цели, они выполнялись. Было одно авиашоу, будет другое авиашоу. Осенью мы рассказывали про аэроклуб «Alpina Avia», который планирует открыть авиационный учебный центр. Дело это в России непростое и небыстрое, но идущие люди всегда осиливают любую дорогу, и АУЦ «Alpina Avia» почти готов к открытию. Аэроклуб «Alpina Avia», базирующийся на подмосковном аэродроме «Северка», уже более 3 лет занимается созданием авиационного учебного центра. Закупили самолеты, в соответствии с ФАБ-23 взяли в штат несколько десятков человек, оборудовали учебный класс для лекций. В общем, провели большую подготовительную работу. Прежде чем затевать создание этого центра, мы посетили более 20 летных школ, авиационно-учебных центров в Европе, аэроклубов, разговаривали с руководителями, с пилотами-инструкторами, с владельцами этих клубов, смотрели, на чем они летают, на каких самолетах, пытались взять самое лучшее, чтобы все это принести в Россию. Летом прошлого года подали заявку в Росавиацию, но получили отказ по причине того, что договор на тренажерную подготовку был заключен с другим авиационно-учебным центром, и тренажер надо иметь собственностью. Хотя такого требования в ФАБ-23 не прописано. Было прислано официальное письмо из Росавиации, что мы не соответствуем, потому что у нас нет тренажера. Но когда мы это все наладим, я так думаю, что свою работу в этом направлении мы продолжим. Федеральные законы, меняются требования к авиационно-учебным центрам. И мы стараемся создать базу, которая бы соответствовала всем нормативным документам. Чтобы двигаться дальше, в «Alpina Avia» приобрели программу и оборудование для создания собственного тренажера для наземного обучения по первоначальной подготовке пилотов-любителей. Сейчас заканчиваются ее доработки, и в ближайший 1-2 месяца будет направлена повторная заявка на сертификацию АУЦ в Росавиацию. Мы одни из немногих, кто вообще имеет сертификаты эксплуатанта. В прошлом году мы получили лицензию Минобра на дополнительное профессиональное образование. Соответственно, были проверены все наши учебные программы. Программы наши подписаны и Росавиацией. Поэтому, в принципе, остались небольшие штрихи, чтобы завершить этот процесс и, ну, я так думаю, осчастливить тех людей, которые сейчас уже ходят и спрашивают, когда вы начнете учить. Самый массовый и высоконадежный самолет-амфибия в России. Сертифицированная конструкция. Максимальная простота освоения и пилотирования. Длина разбега и пробега 70 метров. Стоимость эксплуатации по запчастям и обслуживанию менее $15 за летный час. Антикризисное предложение – $75 000 за новый самолет. В сибирском Кемерове продолжается разработка и сборка двухместного скоростного вертолета «Афалина». Базовая стоимость этого соосного аппарата, который позиционируется как народный, заявлена на уровне $100 000 США. И данные наших опросов показывают, что в России уже десятки авиаторов ждут этот вертолет. За подробностями в Кемерово летал Евгений Максимов.
Как это часто бывает у авиаторов, основатель и собственник компании Helivale пилотом стал не по воле случая. В детстве Яков любил заниматься конструированием, школьником ходил в авиамодельный кружок, потом несколько лет летал на параплане, затем купил самолет «Птенец-2». После него, оценив удобство и преимущества винтокрылых, пересел на вертолет. Через пару лет полетов на Робинсоне его пытливый ум и желание усовершенствовать удобство и скорость полета сподвигли его на создание собственного вертолета, потому что Робинсона ему оказалось мало и дорого. У нас нет цели сделать рекордный аппарат. По опыту, вот, по эксплуатации того же там Робинсона, ну, 150 там, км в час, 160 – маленькая эта скорость. Мы хотим сделать вертолет, чтобы летел чуть быстрее, чем все остальные. Потому что это бензин, это время, которое самое ценное. Успешность в бизнесе, наличие свободных средств времени, а также полученные в школе знания в авиамодельном кружке – позволили Якову приступить к реализации давней мечты – сделать свой вертолет. Собрал для помощи лучших кемеровских авиамоделистов и основал компанию Helivale. Колесник первоначально планировал сделать 1-2 вертолета для себя, но приступив к покупке необходимых деталей и компонентов, он понял, что они обойдутся ему неразумно дорого. Помимо неадекватности цены, у сторонних поставщиков были неадекватные сроки. На разработку некоторых деталей просили до года или даже до 2 лет. Мы столкнулись с огромнейшей проблемой, что машиностроение практически в стране развалено полностью. Единицы, кто может сделать очень сложные детали, а тот, кто это может сделать, это огромнейшие деньги и огромнейшие сроки. Все свои там неудачи они пытаются вложить в стоимость этого изделия. Поняв бессмысленность штучных закупок, Яков на личные деньги решил построить завод. Построил на аэродроме ангар и стал закупать туда технику. Список необходимого оборудования получился внушительным и потянул на сумму более 2 миллионов долларов. Именно долларов, так как с машиностроением в России ситуация печальная, и почти все станки пришлось покупать за рубежом, за исключением шлифовального и станка лазерной резки. Здесь удалось найти такие достойные отечественные аппараты. И хотим делать 100 вертолетов в год. Вот. Пока нам нужно запустить там, если там 5-10 штук, провести испытания ресурсные, и потом уже будем как бы уходить на это. Поэтому мы не стали как бы идти по пути сделать наконец-то что-то, чтобы полетело, потом искать ошибки. Мы просчитали, сделали, вложили из хорошей промышленной матрицы, вот, сделали модульного типа, и потом будем уже смотреть. А пока испытания, как это часто бывает в России, приходилось проводить и для контрагентов. Каждая вторая фирма срывала сроки поставки, каждая четвертая присылала брак. Не обошлось и без мошенников, которые косвенно помогли усовершенствовать конструкцию путем проб и ошибок. Например, при конструировании и производстве рамы остановили только на четвертом варианте. Рама, она не выдержала, конечно, ничего. Металл, который у нас был куплен, сертификаты, которые нам дали, не соответствуют действительности. Оказался металл китайский. А сертификаты дали, как будто это Екатеринбург. Весь закупленный в той партии металл пришлось сдать металлолом. Методом проб дошли до использования в Афалине американской хром-молибденовой трубы 4130, из которой делают рамы для вертолетов малой авиации, Робинсонов, Еврокоптеров и так далее. Несмотря на желание сделать дешевый вертолет, здесь экономить не получилось. Зато существенная экономия вышла на других вещах, технологии производства которых на Helivale удалось овладеть. К примеру, нормальная вертолетная ручка стоит в районе $100, ручка собственного производства со всей необходимой начинкой обходится им 1500 рублей. Самостоятельно изготавливают сложные панорамные стекла с большим обзором. Сами же делают лопасти. Хвостовая часть из стеклоткани. Сама лопасть из углепластика. Для усиления прочности от мелких камней и увеличения срока эксплуатации в передние кромки добавляется кевларовое волокно. Также самостоятельно сконструированы и разработаны основные механизмы. Все спрашивают, откуда и где берется главный редуктор. Здесь вот как раз на столе партия следующая идет на серию главных редукторов. Передаточные отношения в них намного выше при снижении массы. И, соответственно, у них ресурс больше. Разработчики на этот зуб, они нам сказали, что мы вам даем гарантию на 5000 часов на зуб, а потом по состоянию. Желающие подробнее ознакомиться с Афалиной могут сделать это в Москве на выставке Хелираша, стенд 4H. В базовой комплектации на Афалине в данный момент предлагается Rotax 914 и авионика Enigma, хорошо себя зарекомендовавшиеся гибкостью настроек. Стоимость готового и собранного вертолета планируется в районе 130-150 тысяч долларов, в зависимости от двигателя. Первые испытательные полеты планируется провести в третьем квартале, а затем все полностью ресурсные испытания будут проходить на специальном стенде, изготовленном компанией Dynair. Предзаказы пока не принимаются, но уже многие частные пилоты звонят и оставляют свои контакты с просьбой сообщить о начале продаж.
Евгений Максимов, Владимир Козин, Flight TV. Компания «Аэроволга», производитель серийных амфибий Ла-8, продолжает свои акции. Первые заказчики новой двухместной амфибии «Борей» получат ее к осени по цене 85 тысяч долларов США. А частному пилоту, купившему амфибию Ла-8, «Борей» отдадут в подарок. Второй самолет в семье лишним не будет. Если вам понравился выпуск, ставьте нам лайки в Фейсбуке и подписывайтесь на наш канал в Ютубе. Flight TV – народная авиационная телепрограмма. И если вам есть что рассказать и показать коллегам и единомышленникам, мы ждем ваших предложений и приглашений. А на сегодня это все. В студии был Александр Швыдкин. Увидимся. Когда отрубят свет в селе Лохи электрики, возьму я плоскогубцы и пойду в поля. Залезу я на столб высоковольтной линии и под прикрытием ночи срежу провода. Но я тысячу раз воровал провода, сам себе твердил, это делать нельзя. Нес металлопункт и сдавал их туда. Салют, Вера. И тысячу раз током било меня, да так труханет, аж вылазят глаза. Встану, отряхнусь, понесу провода. Салют, Вера. Салют, Вера. Ну что, Галюня, принес металл, да? Сейчас его Вера светит. Давай, клади на весы, будем взвесивать. Я смотрю, провода тут, а я-то думаю, что у меня уже неделю света нету. Я уже неделю без света сижу. Но я тысячу раз обрезал провода, сам себе твердил, это делать нельзя. Нес металлопункт и сдавал их туда. Салют, Вера. Салют, салют, Вера. И тысячу раз током било меня, да так труханет, аж вылазят глаза. Встану, отряхнусь, понесу провода. Салют, Вера. Салют, Вера. Ты думаешь, Галян, что если я работаю в металлоприемном пункте, значит все можно? Вот что это у тебя за алюминиевые макароны? А, это провода? Все, я закрываю металлопункт. Придешь вчера.